Всем привет! Сегодня на обзорчик попал телефончик под названием Nokia 8910i. Сейчас мы, значит, посмотрим, что там нам пришло в коробочку. Коробочка пришла фирменная. В коробочке у нас зарядное устройство, телефон, наушники с гарнитурой. Так, и мануал. Потому что откладываем в сторонку и тем самым аппаратик. Так. Вот это, значит, информация по телефончику у нас. Nokia 8910i. Новый фирмен. Так, вот такой вот у нас красавчик пришел, тут у нас, значит, все разъемчики. Вот так. Такой вот у него внешний вид. Корпус пластиковый. Так, телефон, по-моему, то ли 2005, то ли 2006 года рождения. Вот. Раньше встречал слухи, слышал там, читал на форумах, что у этого телефона изначально шел титановый корпус. Но не опровергнуть, не подтвердить эти слухи я не могу, потому что также встречалась информацию на официальных источниках, что корпус под титан, то есть под цвет титан, на самом деле он пластиковый. Вот, ну, выполнен качественно, все красиво, ничего не рифтит, все прилегает очень хорошо. Телефончик с тех времен, он как позиционировался, как не бюджетный, а VIP-класса, имиджевый телефон. Если кто помнит, по-моему, такой телефон использовался в Матрице. Классный телефончик, конечно, стильный. Вообще, уезжаю, обалдеть можно. Так, сейчас мы его попробуем включить. Думаю, ожидать тут ничего сверхъестественного не стоит. Так, а батарейка, может, все. Скорее всего, да. Может, не тоже. Но, скорее всего, батарейка. Так что, вот такой вот у нас телефончик пришел.